Добрый день всем, кто смотрит мои видео. Вчера я поставил последнюю ловушку с горем пополам. Вечером нашел место, все распихал пока. Теперь, как говорят англичане, wait and see, то есть просто ждем. Сделать больше ничего не можем. Будем проверять в начале июня. Потому что они у меня стоят в радиусе до 15 километров. Я их не хочу ни места палить, ни ходить просто так без толку туда-сюда. Так, посмотрим. Вот, хотел вам показать в это время. Это мои прошлогодние кедры, саженцы. Вот они здесь. У них такие вторые почки пошли, да? Они в рост пошли. Это причем самые захудалые, те, которые были получше. Я уже их немного рассадил здесь, в местности у нас, полисопал сам чуть-чуть. Делаю это просто на такой основе некоммерческой, просто хочу разнообразить здесь несколько, как это, множество это растительное. Вот. А это с этого года. Вот три штуки. Хочу вам показать. Вот они так у меня подросли. Все делал так же самое. В принципе, просто фишка вся в том, семена эти взойдут, если их долго размачивать в прохладной как среде, влажной прохладной среде. Как это было бы, если бы они лежали в мохе в лесу. То есть влажный мох, вот такие условия, если создадите для них. И они там полежат, ну, месяцок, да, там, например. Какой-то вот снег просто заносите, да, с хаты. Ой, с улицы в хату. Положили это на эти семечки. И они, а под низом какая-то вот бумага эта. И они пока месяц вот он тает, это вот самое такое, там и воздух есть чуть-чуть, и они, значит, влажные. Вот и все. И у меня было в этом году вообще, схожесть была, ну, примерно около 50%. Я аж сам обалдел, я не знал, куда с ними деваться. Вот, такая вот у меня, такой опыт, хотел с вами поделиться. Все, не буду слишком затягивать видео, а то на меня стали ругаться, что я много лью воды. Ну, извините, канал такой, он о людях, обо мне, а не о чем-то, каких-то вещах конкретных. Все, всем удачи, до следующих видео.